Сегодня поговорим про американскую дежурную фразу «Привет, как дела?». Я говорю только основываясь на своем личном опыте, у вас он может отличаться. Так вот, если американца вы не знаете или отдаленно знаете, «Привет, как дела?» — это будет как «Привет». Можно даже никак не отвечать, просто сказать «Hello». А если вы американца знаете, и вы уже довольно-таки неплохо общаетесь, то на фразу «Привет, как дела?» надо приготовиться. Сейчас вам так же, как и в России, расскажут все, как там дела обстоят. Что плохого, что хорошего произошло? К чему я это? Люди везде примерно похожи, где бы я ни был в мире. Египет, Китай, Турция, Тунис, Таиланд, Камбоджа. Везде люди примерно похожи. Да, у некоторых разный достаток. Но все равно жены переживают за мужей, за детей, какими дети вырастут. Люди переживают за своих родственников, за своих родителей. И где бы человек ни жил, где бы человек ни родился, все равно мы остаемся людьми и примерно похожими людьми.